Привет! Вы на канале Супер Тима! И сегодня у нас Бейблейд битва! Сегодня у нас мега битва. У нас сражаются кошмарный Луинор против Спрайза на Реквием. Какая битва. Давай проверим, кто сильнее в реальности. Давай. Давай. Принадлежит Луи Чарасаки, атакующий Бэй, который крутится против часовой стрелки. Спрайзен Реквием принадлежит Шу Курнаю. Это четвертый вариант Спрайзена, и он имеет три режима: атака, защита и выносливость. Против Луинора я выберу тип защита. И буду вращать Бэй по часовой стрелке. Против хода Луинора. Проверим? Проверим. Раунд номер один. Три, два, один. Вперед! Вот так битва. Вот так первый раунд! Как ты сразу же меня взорвала! Да, вот так, вот так Спрайзен! Ну, собирай своего Луинора, он разбился на части, а у меня два очка. Я хочу усилить Луинора пластиковым кольцом от Волтерека. Да, ну давай попробуем. Действительно, на Луинора можно одеть кольцо Волтерека? Ну давай, попробуй усилить. Я все равно тебя побью. Есть. Теперь такой у меня Луинор. Ну давай. Да. Я все равно смогу победить. Посмотрим. Раунд номер два. Три, два, один. Вперед! Выбил, ну, Луинор. Есть. Да, одно очко ты отыграл, но я впереди, 2-1. Битва продолжается. Давай. Раунд номер 3. Ты по-прежнему сражаешься с диском Волтриека? Да. Да, это твоя сегодняшняя стратегия? Посмотрим. 3, 2, 1. Атакует твой Луинор, ну? Бьет тебя прямо по резине. Луинор, бей мимо! И кто первый остановится? Ничья! Да! Значит, никто не получает очко. Бери палочка. Раунд номер 4. 3, 2, 1. Вперед! Ну как же ж так? Есть. Спрайзен Реквием крутой. Моя победа сегодня. Мне удалось разбить Луинора два раза. Круто. Победа за мной. Но давай для интереса проверим, как будет сражаться Спрайзен Реквием с кошмарным Луинором в других режимах. Давай? Давай. Давай попробуй поставить тип атака. Давай, проверь. Спрайзен Реквием победил в режиме защиты. Поменяю его на атаку. Вот. И поиграем до двух очков. Добрый. Давай проверим. 3, 2, 1. Вперед! Ого, атака против атаки. Ого. Смотри, Спрайзен лег, а потом встал.
Ну давай еще разок. Давай. 3, 2, 1, вперед. Ага, арена там у нас уже черная. Есть. Да, в режиме атака твой Луинор победил. Значит, моя стратегия в главном бою была правильная. Ну хорошо, давай проверим, как будут вести себя Бэи. Если я поменяю у Спрайзена режим выносливость. Три, два, один, вперед. В режиме выносливость победа за мной. Получается, только в режиме атака против атака Спрайзен не устоял, да? Луинор его перекружил, но не смог разбить, только перекружил. Поэтому в целом можно сказать, что все-таки Спрайзен сильнее. Спрайзен реквием сильнее. Ставьте лайки, лайки и подписывайтесь на канал Стартима. Впереди много интересных битв и много интересных бэев. Мы проверим нашего Спрайзена Реквиема в битвах и с другими бэями. И Луинора тоже проверим. Будьте с нами. Пока-пока. Пока.